Сделать Приволжский федеральный округ мечтой туриста поможет Великий Волжский путь. В проекте предлагается объединить туристическими маршрутами 14 городов ПФО, благодаря чему регион превратится в центр пляжного, культурного и санаторно-оздоровительного отдыха. Благодаря Волжскому пути туристическая привлекательность региона может вырасти в разы. Сейчас уже реализуется проект «Дневной экспресс», который связал Самару, Пензу, Уфу и Саратов. Присоединиться к Волжскому пути готовы Татарстан и Республика Мордовия. Предложили, и думаешь, в ближайшее время организуем своеобразные инфотуры для представителей, в первую очередь, профессионального бизнеса. Да? То есть я предлагаю совместно с руководством Самарской области и Самарской гостинично-туристской ассоциации провести такие обменные туры между Самарской областью и Республикой Мордовия. Особое внимание в работе форума уделяется теме подготовки городов-участников чемпионата мира 2018 к приему большого потока туристов. В Самаре готовятся гостиницы, отели и рестораны. Все должно соответствовать требованиям ФИФА. Кроме того, ведется большая работа по подготовке всей инфраструктуры города. Не только мы готовимся к тому, чтобы встретить достойно 2018 год, это он в течение месяца пройдет, это мероприятие, но надо думать и дальше, потому что в доходах любой страны доходы от туристического бизнеса занимают второе-третье место. Это является одной из доходных статей дохода бюджета любого города, любой области. Форум «Тур притяжения» организован Департаментом культуры, туризма и молодежной политики Самары и гостинично-туристской ассоциацией. С каждым годом количество участников растет. В этот раз участие принимают ательеры, рестораторы и экскурсоводы из Мордовии, Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.